Здравствуйте, уважаемые благотворители. Я мама Анастасии и повторно обращаюсь к вам с просьбой о помощи для моей совершеннолетней дочери Анастасии, так как фонд Елица – это единственный фонд, который помогает уже взрослым деткам. С самого рождения Насти наша семья борется со злейшим врагом – детским церебральным параличом. Это болезнь, которую нужно лечить постоянно, несмотря на возраст, и малейшая остановка может все достигнутое свести на нет. Настя окончила общеобразовательную школу и колледж. Сейчас занимается танцевальной студией и в театральной студии сценической речью. Но длительное дистанционное обучение за компьютером дало свои отрицательные результаты. У Насти резко ухудшилось зрение. Наблюдается нарушение путей зрительного анализатора. И чтобы не допустить операции, нужно проходить лечение, нейротрофический курс на специальном аппарате. Таких аппаратов всего два в России, и один из них есть в клинике «Академик». Параллельно с этим мы также проходим консультацию у профессора-врача-офтальмолога. Также в связи с тем, что Настя постоянно сидит на коляске, у нее образовался гиперлордоз. В связи с этим постоянные боли в пояснице и спине. И чтобы хоть как-то облегчить боль, нужно проходить курс метамерной фармакопунктуры. Врачей, которые владеют этим методом, также не очень много у нас в стране, и один из таких врачей также есть в клинике «Академик». Параллельно со всякими обследованиями Настя также проходит ЛФК и массаж. С 2018 года у нее еще наблюдается предрасположенность к эпилепсии. И чтобы не спровоцировать приступы, нужно проходить электроэнцефалограмму, делать мониторинг. Вот мы в академике делаем еще и ночной мониторинг, так как в нашем городе нет такой возможности пройти, и врачей-эпилептологов тоже нет. Поэтому и проходить все эти курсы нужно рекомендовано два раза в год. Но для нас попасть в академик раз в год – это уже большое счастье. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой, помогите, пожалуйста, попасть Насте на курс реабилитации. Без вашей помощи нам не обойтись. Спасибо!